Всем привет, дорогие друзья! Начинаем свой очередной обзор трассы Таврида. Сегодня мы с вами продолжаем свое путешествие по первому этапу. И начинаем мы его с поворота с поселка Ленина, районного центра мы выезжаем. И движемся в сторону Феодосии. Вот карта, откуда и куда мы поедем. Вот точка А, это у нас развязка. 7 колодезей станция там находится, железнодорожная станция, и поселок городского типа Ленина, районный центр. Выехав на Тавриду, мы движемся с вами, как я уже сказал, в сторону Феодосии, и давайте оценивать трассу, готовность трассы. Мы сейчас заканчиваем обследование первого участка, какая готовность этого участка. Тем более, что уже вот АО ВАТ заявило, что готовность всей трассы из 7 участков 85%. Седьмой участок, это до Севастополя от Симферополя, там тоже уже заасфальтировано все. Ну вот пятый и шестой участки еще обход Симферополя и Бахчисарайский район, там вот еще работы идут. Ну а здесь в основном готово все, но все равно движение идет по одной стороне, то есть вот по одной полосе в каждую сторону, в двухполосном движении. И с одной стороны на другую постоянно переезжаем. Вот как видно, мы сейчас едем с левой стороны, а с правой вот две полосы, как это сказать, в резерве находятся. Сейчас уже вот переехали на другую сторону. Ну и вот такая опасность, вероятность существует вот ночью, когда, да, переезжаешь с одной стороны на другую, если быстро едешь. Поэтому еще раз напоминаю, что скорость движения пока на строящейся Тавриде 60 км в час. Дорога шикарная, хочу я вам сказать. Ну и когда ее сделают, конечно, 120 км будет проектная, расчетная скорость. Ну, я думаю, сделают сначала, наверное, 90 сделают, может быть, потом сделают 110. 110 самое оно для такой дороги. Ну и вот мы с вами движемся в сторону поселка, в сторону села Луговое. Здесь вот у нас уже совсем не, ну не то что совсем, а Феодосия впереди была. Вот мы сейчас разворачиваемся с вами и заезжаем в село Луговое. Это старая дорога, которая существовала здесь давно, довольно-таки давно. Проходит прямо через само село, но многие села были построены вдоль дороги. Новая трасса обходит все малые и большие населенные пункты стороной. Если вот сейчас мы с вами двигаемся, то дорога, по которой мы только что с вами ехали по Тавриде, по новой, она находится с левой стороны. Ну и на карте это хорошо видно, можно будет посмотреть сейчас. Заправка ТЭС есть в селе Луговом. Вот кто собирается ехать на машине, может сразу отметить, где есть заправки. Тем более я вот уже от Керчи показывал серию роликов, сделал я плейлист специальной трассы Таврида, можете там все ролики, их сейчас пока еще немного. Вот оно, село Луговое, видите, как обходит его трасса Таврида. Ну и мы начинаем движение, сверху посмотрим. Ну, про село я немножко расскажу позже, а сейчас давайте посмотрим на дорогу сверху. Пока мы летим в сторону Керчи, сейчас развернемся. Так вот, создал плейлист я, и он называется «Трасса Таврида». Там еще роликов не совсем, не очень много, но уже начинают скапливаться, как говорится, по Тавриде. Что сделано и в каком состоянии дорога и близлежащие села и поселка. Поселки, о них я рассказываю, там как проехать, карта. И вот, кто планирует на машине, будет... Я думаю, какая-то помощь, где заправки, что и как. Ну, а мы с вами подлетаем к развязке, где смыкаются старая и новая дорога. Вот посмотрите, старая дорога ближе к нам какая была. Потом такую вот петлю сделали, чтобы можно было съезжать с Тавриды
классическую развязку здесь не делали. Вот если ехать в Керчь, вот как мы сейчас летим, вот машина, видите, черная идет, и вот фура поворачивает направо, там будет карман, такая петля будет, не петля, а полоса, тормозная полоса, и вот съезжают машины многие, видите, и также вот белая машина выезжать на Тавриду, но это с этой стороны, на Тавриду в сторону Керчи, вот видите, белая машина, но она поехала налево, это, конечно, не будет, когда откроют еще две полосы. А направо это на Керчь. Вот мы разворачиваемся с вами и теперь движемся в сторону Феодосии и Симферополя. Вот чтобы, вот сейчас мы движемся из Керчи, чтобы проехать в поселок, в село, поселок, село Луговое. Вот видите, дорога расходится. Мы будем ехать, когда все откроет, по правой стороне. И тут вот будет разворот. Вон он впереди. Проезжаем дальше и заезжаем в село. Ну вот такой здесь будет заезд в село. Развязки, как я уже сказал, классической здесь не будет. Ну и давайте мы оценим трассу, новую дорогу. Посмотрите, вот уже откосы здесь побрызганы гидропосевом. Прям явно видно, что уже вот травка начинает зеленеть. Еще совсем недавно я здесь ездил, помню, шло облагораживание территории, и вот отсыпали плодородным грунтом откосы и вокруг трассы дороги. Это говорит о том, что здесь все уже практически готово. Ну, наверное, нужно будет где-то еще, вот видите, разворотная петля такая, где-то еще нужно будет знаки поставить недостающие. Ну, это уже, как говорится, совсем немного. И вот здесь два направления сходятся, барьерное ограждение осевое, и по краям дороги тоже будет. Ну и вот мы с вами летим, впереди такой микротоннельчик, и там тоже разворотная петля. Речка здесь проходит. Ну, посмотрите, какая вот даже сверху, какая великолепная дорога. Село находится в балке реки Алибай. Здесь прорезает эта река Парпачский хребет. И вот здесь вот видно, а то все говорят, воды нет, воды нет. Вот, пожалуйста, вам вода. Здесь сделали, видите, разворот, но он пока еще не действует. Такая болотистая, скорее, здесь местность, но все уже, вода есть. Это вот район села Луговое. Мы летим сейчас с вами по новой Тавриде, которая обходит, как я уже сказал, село. В данный момент по ходу движения у нас с левой стороны. Ну и вот видите, здесь пока блоками закрыта дорога, съезд. Хотя вот машина там стоит, видимо, стоит камера фиксации скоростного режима, и вот караулит он ее, там где-то ее поставил. Достаточно много таких тренов, как я уже говорил, на всем протяжении Тавриды. И вот одна из них, вот мы с вами стали свидетелями. Хорошо видно, как дорога новая и старая вот вдалеке смыкаются. Обошли село, и там уже выходим на старую дорогу. Здесь вот новое, совершенно новое строительство было, обход села. Ну а там уже старая дорога шла, и немножко вот полегче там было. Хотя даже вот старую дорогу нужно было ликвидировать, насыпь там переделывать. Еще неизвестно, что лучше, построить новую насыпь или вот реконструировать старую. Ну и, соответственно, вот здесь тоже будет выезд, видите, как заезд, если ехать с Симферополя, вот там Симферополь, то съезд в село будет здесь.
Вон. А выезд из села в сторону Керчи тоже можно будет вот здесь выехать. Но пока тоже, видите, блоками все закрыто здесь. Ну и вот дальше пошла дорога в сторону Симферополя. Поднимемся чуть повыше, посмотрим. Такая великолепная дорога, все зеленое вокруг. И там совсем немножко еще осталась Батальная и Феодосийская развязка. И тут, там будет заканчиваться первый этап. Ну, дальше мы с вами, конечно, еще будем ехать и будем смотреть на эту дорогу. Ну, а мы поворачиваем и летим по старой существующей дороге в сторону села Лугового. Ну, теперь вот тоже видно, что Керчь в ту сторону идет. Вот такая раньше дорога была. Вот, кажется, посмотришь на нее, как по ней люди ездили. А ведь ездили. Керчь-Симферополь была эта дорога. Но она и сейчас будет вот в районе Приморского. Новая Таврида уходит правее, и там она идет уже, там совершенно новое строительство. А старая дорога идет через Феодосию, Старый Крым, Бахчисарай. И там она действует. Автобусы, кстати, Керчь-Симферополь именно по этой дороге и ходят, заезжая в Феодосию и прочие, проезжая прочие населенные пункты. Ну, а мы подлетели с вами к селу Луговому. Я вам расскажу про него немножко. До 1948 года Луговое называлось Агибель. Население села Луговое порядка 900 человек. В Луговом числится проспект Фрунзе. Вы представляете, есть проспект. И 11 улиц, на котором находится 350 дворов, и проживает, как я уже сказал, около 900 человек. В селе действует средняя образовательная школа, детский сад, сельский дом культуры, библиотека и амбулатория общей практики. Расположено село в западной части Керченского полуострова. Высота над уровнем моря центра села 41 метр и находится примерно в 10 километрах по шоссе на юго-запад от районного центра Ленина и ближайшей станции 7 Колодеждей, там же ближайшая станция. Ну вот, собственно говоря, мы посмотрели с вами на это село. Ну а теперь движемся дальше и посмотрим Новоотрадное немножко. Возвращаясь со съемок домой, заехал на поселковую дорогу и попал в Новоотрадное. Посмотрите, какая красота. Просто взгляда не оторвать, какие великолепные виды. Как-нибудь сюда обязательно приеду и сниму для вас отдельный ролик. А это так, в качестве десерта, посмотрите. Подышите морем. Шикарно.